представляете, вот этот проект, который вообще 9 месяцев, но тут волонтеры целых 8 месяцев работали. Мы убрали 24 гектара земли. Кстати, 24 гектара на косе. Провели агроколоссальную работу. О ней потом чуть позже я расскажу перед концертом. Ну, а сейчас такой небольшой заключительный этап. Я предлагаю посадить нам тут немножечко растения. Почему я это расскажу? Деревья. Ну и посмотреть на ту работу, которая была произведена за эти 7 месяцев. У нас здесь были ясли, 3 детских сада, школа, вначале средняя, потом начальная, здравпункт, санчасть, с хирургами, зубными врачами, почта, кафе, ресторан. Здесь большое количество бетонных бункеров. И немцы построили здесь мощнейшую береговую батарею, которая стреляла по морским и по воздушным целям. И когда наш десант высаживался, чтобы вы понимали, с двух сторон, настолько тяжело было взять эту батарею, что наш десант писал: мы знали, что идем на верную смерть, и поэтому мы дрались так, как никогда за всю войну. Деревья обнаружили вот такой артефакт, ядро. А вот такие ядра использовались во время французско-наполеоновских войн. А вот причем французов Наполеона отсюда выгоняли наши русские казаки. Вот Алина нашла такое ядро, когда сажала дерево. Вау! Здорово! С этой братской могилой 9 мая собираются все наши жители. Когда был ковид, моя бабуля говорит: надо пойти. Нельзя. Мы все равно пришли. И увидели, что тоже все пришли. Даже поставили стол с конфетами. А внук одного из похороненных здесь погибших солдат, он пересылает каждый год посылку. Сегодня мы собрались, в принципе, тоже в том числе и благодаря Богу президентских грантов, который поддерживает такие инициативы, о которых сегодня я вам рассказала. Для нас, конечно, прежде всего, фонд президентских грантов, а это, кстати, второй проект мы уже реализовываем, это, ну, как бы знак неприкосновенности, что ли. То есть это поддержка на самом высоком уровне. Проводили субботники каждый месяц по 2-3 раза. А убрали 24 гектара. 24 гектара мы убрали мусора. Это колоссальное количество. Но когда это по чуть-чуть, оказывается, что это все реально сделать.